Всех приветствую на прохождение третьей части. Всем приятного просмотра. И давайте мы с вами сегодня побегаем, позаканчиваем вот эти вот задания, повыполняем. Так, что я тут сделал и по закадрам? По закадрам я сделал себе кольчугу, я побегал полностью, оббегал весь остров, нашел себе металла и такие его сделал. И плюс прокачал себе силу. Силушка у нас теперь богатырская, 6 штучек. Потому что нас выносил каждый монстр, каждый комарик, каждая бабайка. Так что давайте приступать. И больше, в принципе, ничего я не делал. А что не так? Давай, 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 заходи, заходи. Заходи, зайчик. Давай, 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 давай. Во, молодец. Так, пошли. Надеюсь, у нас с вами хватит этого бурочка. Иди сюда. Все, это вроде у нас последняя, да, свинка? Так что давай, 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 заходи. Вот так, мой хороший. Иди, мой маленький. Все, умничка. Задание выполнено. Да, сейчас повыполняем задание, заработаем денежку и попробуем еще прокачаться. Иди сюда. Фу, вроде всех загнал. Посчитай на всякий. Ага. Одна, две, три. Ага, и тебя, толстобокую, поймали. Сразу будешь знать. И ведь не помню, закрывал калитку или нет. Что же за напасть-то такая? Тьфу. Да вроде все тут. Благодарствую. Может, ударился головой где? Аль хворь какую поймал? Может, тебе к знахарю сходить надобно? Да и не знаю даже. Знахаре-то в Алый Яр идти надобно. Да разве тут бросишь все? А нас токмо внучка его травница. А все едино к вечеру, пока хозяйством управлюсь, как пить дать забуду наведаться. Так давай я наведаюсь. Спрошу, чего сделать можно, аль совет какой. О, попробуй. До скорого. Так, с этим разобрались. Что у нас по монеткам? 200. Хорошо, давайте смотреть. Мне нужно... Так, староста, вернуться к... Велимиру. Кто у нас Велимир? Давайте пойдемте посмотрим, вернуться к Велимиру. Ты у нас Велимир? Да, Велимир. Ой. Здравствуй, странник. Здорово, будь боярин. Так, весточку принес с озером. Был я на озере, Велимир. Что-то там произошло непонятное. Следы ведут в пещеру неприметную, а вход кто-то закрыл наглухо. Вот ботинок нашел. Не узнаешь? Хм, так это векши сапог-то. А, слушай, ты туда не суйся. Пойди лучше к старейшине в Алый Яр, да обрисуй, так сказать, ситуацию. Думается, мне слухи дошли до них. А не подскажешь путь до Яра? А вот как выйдешь с деревни, так по тропинке иди по указателям и не заплутаешь. Осторожен будь. Времена темные настали. Опасно на дорогах лесных нынче. Расскажи о местах здешних, дабы не заплутал я ненароком. Значит, слушай. Земля эта зовется Северная Борея. Ближайшее крупное поселение — это Алый Яр, на север, ежели пойти. Вот, а за ними еще два в горах. А южнее Яра — Торжок наш. На востоке там мертвый лес за горами, а за ним болото смердящие. Значит, на западе от Алого Яра рыбацкая деревня, откуда можно на островки разные сплавать. Ух, много тайн хранят они из дней былых. Ты о том у рыбаков поспрашивай, коли интересны небылицы всякие. Да и того же Харитона, он уже давненько далеко не плавает. Почти завсегда на берегу найти сможешь. Расскажи про Алый Яр. Алый Яр славится заготовкой древесины разной. Ей обеспечивает все ближайшие поселения.
Вот, находится он в центре леса. Хотя, по правде, и лес там того уже на полет стрелы и нету. Все на ремесло, потому что разное пущено. А это поселение крупное. Там можно найти что душе угодно. Там старейшина Радан управляет ближайшими землями властью, данной богами нашими. Расскажи про две деревушки в горах. Ну, первое, что за Алым Яром, с западной части гор, Варягово. Потому что варяги там живут. Пришлые они, северные воители. Приютили мы их на наших землях. А родина их за морями. Мы торги ведем и друг другу помогаем, чем можем. Они горным делом промышляют, руду поставляют. Вот, а вторая, Хладный Яр, это с той стороны гор. Всегда там зима и мороз лютый. Вот, они лодки строят, ну и торгуют. Да, а как же это? Да и, в общем, дело горное им также не чуждо. Славные там места, конечно, но вот суровые. Почитай, все тропы опасные, а склоны все крутые. Вмиг в сугробе оказаться можно, и это ежели еще повезет. Потому что там еще и звери лютые обитают, да? Без них-то это никуда. Туда, в общем, без брони утепленной ходить не пытайся. Расскажи про мертвый лес. Мертвый лес вокруг горы живой простирается. Недавно еще спала, а теперь вот вся жаром исходит, прямо и не подойти. Поговаривают, самого Горыныча там видывали. Может, он и разбудил вообще эту гору. Ну, не знаю, я мыслю, это все пустобрехи. Вот. А вообще место крайне опасное, и проход туда дружина охраняет. Ну, от греха подальше. Какой только нечисти там не живет. Это ж... ох, это ну страх один. Расскажи про вашу деревню. Наша деревня Торжок зовется. Мы занимаемся этим земледелием и скотоводством. Поставляем зерно, пшеницу и прочие блага по всем ближайшим селениям. Расскажи про болото. О тех местах мне и вовсе почти ничего не известно. Это знаю только, что гиблые. И самые страшные супостаты из сказаний там обитают, вот. Так что держался бы ты подальше от мест тех, а? Вмиг буйную голову понапрасну сложишь. Понял. Так, по поводу насекомого расскажи. Заплутать. Вот, хвостики крысиные. Держи награду. По поводу насекомых. По поводу насекомых. Да. Откуда берутся эти насекомые? Откуда берутся эти насекомые? Сложно сказать. Ну вот точно известно, что летят откуда-то с соседского островка, над водой. Возможно, Харитон из рыбацкой деревни на западе острова тебе подсказать сможет. Может, он чего и видал. Хорошо. Что теперь нужно? Это мы вроде выполнили, да? Давай журнал. Задачи. Так, насекомые. Поварить. Ага, русло реки. Вернуться к мельнику. Мельник. Кто такой мельник? Русло реки, мельник. Нужно сейчас будет повыполнять задание, позабирать бабосики. Неждан. И дальше уже смотреть. Возможно, даже построим себе какой-то домик. Где-то здесь недалеко. Может, даже на берегу, как я и говорил. Так, мне нужен мельник. Кто такой мельник? Так, ты мельник? Ярослав. Кто ж такой мельник это у нас, а? Так, ты кто? Понял, ты никто. Ты не тот. Мельник, ты где? Может, это наш кузнец мельник или нет? Нет, это Славой. Ну, давайте поищем. Поищем мельника. Так, ты кто? Нет.
Честно, я даже не помню, кто такой Мельник. Так, Грека. Трибоша. Откуда только жуки эти лезут? Не знаю, бабусь, подвинься, пожалуйста. А, вот Мельник, да? Здравствуй, Ратмир. По поводу реки. По поводу реки. Ну, как успехи? Не знаю, странные вещи, однако, тут происходят. Это какие такие странные? Побродил я вот по округе, покумекал и так, и эдак. Да приметил, как лешаки сповадились из леса камни к реке таскать. То-то и не помогает ничего, раз они, как ничего не бывало, каждый раз собираются вновь. Лешаки камни таскают, сказываешь? Не причудилось ли тебе? Может, перегрелся? А еще что? Раз мне не веришь, так сам с ними управляйся. Ага, падла. Погоди ты. Ну извини, коль чем обидел. Токма, чтобы нечисть себя так вела, это самые что ни на есть странные дела. Верно сказываешь. Ну вот скажи мне, на кой нечисти лесной камни таскать? Да еще и за пруды ставить, аки бобры какие-то. Да бредни. Но коль так было, то даже и не знаю. Может, что-то еще приметил необычное? Про необычно даже и не знаю теперь. Но видел, как на озере леший с русалкой о чем-то беседы вели, пока меня не заметили. Русалка сразу в воду, а с лешака что взять? Полено оно и есть полено. Ни вопроса, ни ответа не дождешься. Нет, тут ты не прав, однако. Есть такие лешаки, что вмиг голову запудрит, обхитрят, да в непроходимый бурелом загонят, пока не откупишься. А эти-то молодые совсем, глупые. А вот русалки, да. И спросить можно, только пугливые шибко, да под водой живут. Откуда такие познания про леших? Откуда? Из книжки. Могу продать, коль заинтересовался. Узнаешь слабые и сильные стороны. Не, спасибо. Только как ее и спросишь, ежели под водой живет? Этого я не ведаю. Может, волхвы что скажут? Они завсегда на все ответить могут. Из деревни есть тропа на запад. Если по ней пройти, можно дойти до высокой горы. На вершине капище стоит. Там обосновался мудрый волхв Галтасар. Думается мне, сможет и на этот вопрос ответ дать. Окей, спасибо. Попробую поговорить с Галтасаром. Купим. Так, хорошо, с Галтасаром мы поговорим. Давайте дальше смотреть по поводу журнала. Так, насекомые, русло реки. Полуночница. Исследовать сгоревшую избу в западной части леса. Колодец. Исследовать пещеру за домом кузнеца. Попросить отвар для памяти. А у кого попросить? Трибоша, да? Так, давай Трибошу найдем. Только где искать Трибошу, вот это. И кто такой, либо кто такая эта Трибоша? Так, ты Трибоша Варислава. Приветствую. Так, а есть ли отвар для памяти? Есть ли отвар какой для памяти? Али еще что, супротив забывчивости всякой? Это надо валы ярости. Знахарь тамошний Тихомир мой дедушка. Он-то уж поболее меня в зельях да отварах ведает. Я вот только учусь. Так что разыщи его, да передай заодно, что все хорошо у меня. А то волнуется уже, наверное. Ты издеваешься? Покажи товары. Давай, наверное, купим побольше себе на все 238 зельюшки, потому что впереди будут монстры. Ладно. Так, а еще по заданию мне надо найти здесь где-то
рака, либо краба. Да-да-да, Китя. Нужно будет найти тут где-то краба, либо рака. Я не, так и не понял. Где-то в реке он должен здесь быть. Только где его искать, чтобы выполнить задание этому? Вот, смотри. Журнал. За руку цап. Где-то недалеко от деревни торжок живет рак, который напал на торговца. Надо бы найти его и вернуть украденное кольцо. Возле реки за деревней. Возле реки за деревней. То приключение. Это, к примеру, за деревней. Это вот сюда, да? Только перед этим мы делаем что? Правильно, сохраняемся. Сохранить. Отлично. Так, нужно найти за деревней. Так, где ты можешь быть? Правильно я понимаю, это ж за деревней, вот тут где-то. Плюс еще нужно будет русалку найти. И походить, побродить здесь. Ой, не-не-не, вот эти вот грибочки, которые на нас нападают, мне вообще не хочется с ними встречаться. Все-все-все, до побачення. Так, у реки за деревней. Где конкретно она находится? Кабанчик, не видел рака? Ой, хорошо как. Рака либо краба. Блин, ну силочку прокачали, ля, как поприятнее стало, да? Мышка, здорово. Как она? Давайте пробежимся, посмотрим, если мы сейчас тут не найдем с вами рака-краба. Как раз на комарике проверим нашу силушку богатырскую. Бонжур. Донде стала библиотека? Ой, хорошо как. Так, где ты? Ты? Навряд ли. Слышь, комарик, ты не видал ли тут случайно? Просто за деревней это может быть и здесь, и за деревней это может быть и там. Но эти маленькие, эти вообще масси-пусечки. Устал, да? Отдохнуть бы мне нужно бы. Ладно, давай сбегаем до конечной. Посмотрим. Может реально получится кольцо вернуть. И потом уже сбегаем на горку. Исследуем заброшенную там деревню, домик, что нам нужно будет исследовать. Блин, ну где-то же я тут рака видел. Либо краба, либо рака. Вроде же где-то он тут ползал. Падла. Ну да, когда надо, ты его не найдешь, да? Здорово, мышки. Что, вы не видели? Никого здесь. Так, может внизу он? Навряд ли, конечно, но... Пошли сходим, посмотрим. Нет, нету, да? Кроме лягушек ничего нету. Ну ладно, побежали отсюда туда. Дальше по заданию, может, когда-то и попадется он нам. Так, а ты кто тут? Здорово. Что ты тут прячешь? На буковку Б у нас, по-моему, здесь есть фонарик, да? Так, отлично. Ага, ля, сколько железной руды. Так, может мы сейчас с вами нафармим руды и сделаем себе щит получше. Как думаете? Пойдем к кузнецу, посмотрим, может еще что-то мы
сможем с вами сделать. Интересно, эта железная руда, она восстанавливается, либо нет? Он-то через определенное время я могу сюда приходить фармить, или это чисто на этом... И все. Сколько добыли, столько и добыли, да? Блин, жалко, оно сразу в инвентарь не падает. 400 монет, ты что такое? Так, ловкость владельцу. Да ты шо, теперь ловкость у нас 3. Шикарно. Мы теперь ловкие с вами. Ну, попадай. Ну, попадай. Она попадать не хочет. Падла. Как присесть? Никогда. Ой, все, до побачення. Буду это я вот еще тут. Начинайте мне тут рассказывать, что я не могу не присесть, ничего не сделать. Да, только надо не забывать, что факел там у нас не вечный. Все, все забрали. Вроде нет. Погоди, а ты кто? Сохраниться? А я не могу сохраниться. Мужчина, а вы сильно опасный? Сильно ли вы опасный? А давайте мы, наверное, сбегаем на уличку, выйдем, сохранимся, вернемся, да? Потому что если мы сейчас с вами откиснем, что-то мне кажется, что это так и будет. То не хотелось бы заново это все собирать. А дай, пожалуйста. О. Давай. Ой, все. Так, дай-ка я выйду, сохранюсь. И зайдем обратно. Так, сохранится, сохранится, сохранится. Далее, сколько у нас металла с вами здесь будет? Угу. Ну, на 3 слитка хватит. Я думаю, сможем сделать себе этот, как его. Щит железный. И с помощью щита сможем неплохо так обороняться. Так, буковка В. Побежали. Бонжур. Ой, это все, да? Пепел нечисти. А я-то думал, ля. Говорится, а ты боялась, а только юбочка помялась, да? Я реально думал, что сейчас как начнется здесь. Чудеса чудес. Блин, ну залутаться надо будет по-любому. Тоже, да, начинаешь что-то вот мне рассказывать. Аля, дай. Ну, дай, ну, пожалуйста. Так. Есть, есть. Есть, есть, есть. О. Шикарно, что это? Красный камень навыка, вот, ребят. Давайте, наверное, мы попробуем себе манну прокачать, да? Так. Ваш шанс критический урон увеличивает здоровье, увеличивает максимальное здоровье на 25%. Угу. А здесь у нас добавляют 5 манны и 0,5 регенерации. Вот, то есть у нас теперь будет регенерация, да, с вами? Сейчас посмотрим, будет ли восстанавливаться на здоровье. И что значит 0,5 регенерации? Так, но у нас снизу слева. Наше ХП вы видите, да?
Бонжур. Ой, как хорошо. Сейчас как раз заодно и посмотрим, восстановится ли у нас, либо нет. Так, налево пойдешь, ничего не найдешь. Направо пойдешь. Руду найдешь, да? Ох, сколько вас здесь, ля. А вы что, тут рыбачите? Повышен уровень. Пусто, пусто, пусто. Так, парнишки. Ой, не против, я тут лутанусь немножко. Не знаю, стоит ли до конца идти лутаться. Может, нам реально пока не хватит этого всего. Ну, давайте с ними еще поговорим, с этими. Здорово. Привет. Так, и с тобой. А, у меня больше масла нету. Ну все. Шикарно. Так, что у нас? Пусто. Как говорится, святое место пустым не бывает, да? Забрать. 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 Тоже пусто, тоже пусто. Ёп твою, здорово. А ты сильно опасный? Нет, не сильно. А ты? А вас тут двое, да? А вас тут двое. Честно, вообще ничего не вижу, куда я бегу. И что тут нужно делать? Ну, вроде мы с вами справляемся. А куда нас это выведет, пещерка? Там мне скажет. Куда-то нас ведет эта пещерка. Блин, сильно далеко. Все, отстань, пожалуйста. Пошлите, наверное, назад домой. Потому что, я так понимаю, в этой пещере можно блуждать очень долго, а нам для этого нужен фонарик. А у нас его, к сожалению, нету, так что, думаю, немножечко мы с вами пофармили. Можно и домой возвращаться. Может, какие-то сейчас доспехи еще сделаем. А может и нет, я ж не знаю, какие у него будут чертежи. Вот это так и не понял по поводу восстановления здоровья. У нас есть с вами восстановление здоровья или нет? Регенерация здоровья 0. Нет, нету. Бонус к восстановлению. Может, нужно будет просто найти какой-то предмет, я не знаю, для восстановления. Ладно, с этим мы еще потом разберемся. Пошли, сходим к кузнецу. Ой, как хорошо, солнышко. Пошли, сходим к кузнецу, сейчас посмотрим, что мы сможем сделать себе. Отправимся, посмотрим еще по заданиям. Просто там нужно возле дома кузнеца найти какую-то пещеру. Я походил, я ее не нашел. Где она там находится, я без понятия. Все, не уставай. Надо будет сейчас выложить камушек, чтобы он нам не мешал, чтобы переносимый вес у нас был больше. Камень я пока выкладываю в этом, как его, кузнеца. Здорово, кузнец, у тебя же камушек мой лежит еще, правильно я понимаю? Да, камушек еще лежит. Так что пусть еще полежит у тебя камень.
Не знаю, зачем он нам нужен будет, но, наверное, для чего-то. Так, давай смотреть. Мы тебя сюда. Нам нужен уголь. И нужно железная руда начать. И давай смотреть. Так, у нас с вами есть железный меч. Ага, и железная штука. Ладно, слышь, оно... Приветствую. Привет. Покажи мне свои товары. Так, железная кольчуга, железный боевой топор, меч, укрепленный щит. Так. Это что у нас? Уровень 50. Сила 4. Блатный боевой топор, да? Угу, лопата. Смеемся после слова лопата. Ладно, давай, наверное, мы сделаем щит купить. Выходим. Так. Взять все. Завершить. И давай сделаем с тобой наш укрепленный щит. Так, перетягиваем, значит, мы железный слиток сюда. И дерево, да? И создаем. Все, шикарно. Взять. Так, теперь нажимаем сюда. Ставим сюда. А эту штуку мы можем с тобой разобрать. Приветствую. Не, погоди. А хотя, давай, покажи мне свои товары. Давай, можете продадим все что-то лишнее. Вот это мяско будешь вкусное? Няма-няма, рыбку. Тоже, да? Хотя, сильно дешево. Ладно, мне нужно словить вот этот вот. Приветствую. Да отойди ты, пожалуйста. Нравится мне это дело, с деревом работать. Во, предметы. Мы можем предметы здесь с вами разбирать. Давай разберем сразу. А где у нас... Где наш щит? Вот это наш щит. Сюда? Не, это не то. Блин, мне надо вот эту вот штуку словить. Поняли? Чтобы мог ее разобрать. Во. А теперь, по идее, мы сможем сюда засунуть щит, и он будет автоматически разбираться. Да? Не? Погоди, где ты тут разобрать вещи можно? Где-то я тут их разбирал. Вот тут, по-моему. Стол разборки. Вот. Ложишь сюда. Или куда ты ложишь? А, ты его разобрать не можешь, да? А если я положу, например, что-то другое? Допустим, вот это вот. Да, вот вещь разбирается, значит... Понятно, ладно. Значит, мы тебя просто продадим. Ты нам не нужен. Иди сюда. Приветствую. Привет. Покажи товары. Держи щит. Все. Продали, да? А, продать. Ох, вот нравится мне это дело. Что еще? Продать. Ну, вроде все. Вроде все. Так, у нас... Щит есть, ткань сможем создать. Отлично, ткань создали. Ткань нам нужна будет для того, чтобы мы перематывали себе раны кровотечением. Давай тогда побежали, нам нужно в эту сторону. Сейчас исследуем. Я так понимаю, горку. Вон, вот эта вот гора, нам нужно туда будет подойти. Только давай, наверное... Опять же, сохраниться. И нужно будет исследовать старую избу, которая находится у нас тоже вон там вот дальше. Да. Ага, ну по идее со щитом сейчас этим будет покруче, да? Я не знаю, стоит ли забирать мясо и все остальное.
Нужно ли оно нам? Так, волки. Ладно, ну шкуру мы заберем по-любому, она нам пригодится. Здорово, комарик. Иста. Ой, как же приятно, когда ты можешь не откисать от каждого комара. Когда ты прокачанный. Вот это вот я только не знаю, что оно, зачем нам нужно. Так, обыскать. Сундучок обыскать. Хорошо. Отлично, побежали дальше. Так, мед, наверное, мы сможем потом, да, с вами добывать каким-то образом. Но нужно будет с этим тоже потом разбираться. Здорово. Чтоб ты нам не мешал. Так, с вашего позволения я себе дерево еще добуду. Нам же нужно будет потом дом строить в любом случае. Так что давай соберем дерево. Чертеж дома я себе купил. Как строить? По-моему, в прошлой серии это есть. На канале. Так, ага, леший, леший. Здорово, братюнь, ты кто? Давай, наверное, мы к тебе потом позже подойдем. Мы сначала сбегаем. Все, я ухожу. Сбегаем вот сюда, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут есть. Тихо. Ага, за нами грибочек бежит. Все, понял, дон листали библиотеки, парни. Иди сюда. Остань, пожалуйста. Тут, да, нам нужно его исследовать. Так, Егоша чувствует, что вы ищете его остатки и начинает завывать, наводя на Ратмира морок. Вдруг все вокруг загорается, и вы оказываетесь... Я весь мой прилает, вероятно... Ага. Окейушки. Йоу. Здорово. А ты кто? А ты сильно больно бьешься? Нет, не сильно. О, косточка. Здорово. Да, без брони, без силышки богатырской. Мы, наверное, реально тут бы не прошли. Я так понимаю, мне нужно сражаться со всеми вами, да? Через лаву я ж не пройду. Так, давай попробуем взять топорик и срубить тебя. Ага, срубил, проверяй. А что делать? Наверное, по лаве я не пойду, да? Или пойду? А не, пойду, ля. Прикольно. Здорово, Игогоша. Либо Игоша. Но теперь нужно дождаться полуночи и побродить по полю около деревни. Может, удастся приманить полуночницу. Серьезно? Мы будем сейчас приманивать полуночницу? А как отсюда выйти? Как отсюда выйти, погоди. Ага, вот сюда, да? А нам обязательно эту полуночницу приманивать и ждать полуночи? Просто если нужно будет ждать полуночи, то это уже, наверное, будет следующая серия. Дальше я не пройду, да? Ограничение раннего доступа. Если честно, я так и не понял, что это обозначает. Ладно, здорово. Здорово, братва. Ну как, безумно трудно быть первым или нет?
Так, идемте тогда сбегаем наверх. Вы же мне, наверное, покоя, да, не дадите спокойно пройти. Честно, не хотел их трогать, но... Сами начали. Сами, ребят, начали. Ну, дай сюда. Ну, дай шкурку. Дай кожу. Дай мясо. Ладно. Побежали. Все, отстань, пожалуйста. То есть ты мне не дашь, да, с ним поговорить? А если я сюда зайду? Все, уходи и дверь закрой. У меня теперь другой. Угу. Ладно, побежали. Йо, еще один, да? Так, крыски, а можете пока не остановить сзади? За нами грибочек бежит. А, и вы тоже решили. Ага, еще один. Ля, сколько у вас тут? Но он опасный, я с ним не знаю, как справляться. Так. Слышь, ты не хочешь пойти Машу медведей поискать, а? Волк. Зачем ты на меня нападаешь? Так, здесь руда какая-то находится. Но нам пока мясо, наверное, не нужна. Или нужна? Добудем. Булатное жило. Ладно, допустим. Пусть будет, наверное, булатное жило. Грибочек. Так, привет. О, здорово. Давай поговорим. День добрый. И тебе доброго дня, смертный. Я волхв Галтасар. Молви же, с чем пожаловал. Какие думы тебя тревожат? Да вот, решил я походить по свету белому. Себя испытать, да людям помочь. Даже и не знаю, откуда тяга такая взялась. Покинул. А мыслил ли ты когда-нибудь, смертный, о пути волховском? О пути знания, пути силы? Задумывался ли ты о смысле сущего, о ли вещей тебя окружающих? Почему все именно так, а не как-то иначе? Пути, не путю. Пусть. На все воля богов. И это тоже. Но не только лишь это. Зрю в тебе зерно тяги к пути видовскому. К пути понимания вещей явных и неявных. Но взрастить это зерно можешь только ты сам. Ты когда-нибудь слышал о камнях силы? Это особые камни, которые могут собрать в себя камни эту бесконечности, самую силу, да? За время своей, так скажем, жизни. Все то, что испускает из себя, живое и неживое. Все то, что исходит от земли, али от неба, или от тебя и меня. Та же сила, которая потребна для заговора знахарям или заклинания колдунам. Угу. Доктор Стрэндж уже не тот. Ладно, продолжаем. Любой заговор требует много времени. Сложно вообразить знахаря, чтобы во время сечи да успел заговор сотворить. Посему выведали мы, как с помощью камней силы заговор нужный обернуть в плоть, да сохранить до времени принадобности, дабы в час нужды, в мгновение ока спасти себя, али соратников своих. Выходит очень удобно, но также и более затратно. Но коли на кону стоит твоя жизнь, то какая у нее цена? Я понял, это Мстители, война бесконечности, ребят. Вот это вот Тор со спины на Тора похож, да? А это доктор Стрэндж, доктор Андре Стрэндж. Ладно, поехали. И то верно. Но к чему ты мне все это рассказываешь?
А разве тебе чужд путь знания, и ты не хотел бы стать на него? Получить ответы на незаданные вопросы? Понять многие секреты, недоступные большинству смертных? М? Даже не знаю. Звучит интересно, мудрый волк. Но я пока не знаю, что ответить. Тянет меня на этот путь или нет? Возможно, мне надо еще подумать. Возможно. Ежели надумаешь, ты знаешь, где меня найти. Но помни, век людей краток. Можно и так, не успеть. Мне бы совет, как с русалкой поговорить. Есть у меня нынче надобность некая. Хочу с русалкой одной словом перемолвиться. Да не знаю, как это сделать. Вот, совета бы хотел узнать. Да проще простого. Вот тебе заговор на подводное дыхание. Дабы ты мог под водой дышать, али говорить, как нечисть водяная, да чтобы тебя она за собрата своего принимала. Так, ага, как же мне под водой продержаться? Долго думаю, хотел бы встать на путь волхва. Давайте вступим на путь волхва. Как думаешь, давай? Думаю, я хотел бы встать на путь волхва. Но с чего мне начать? Для начала окажи услугу старцу. Камень силы в озере поищи. Блять, в натуре это мстители. Чувствую я его под водой там. Накопил силушки достаточно. Не пропустишь. Только кирку с собой возьми. Голыми руками ты камень не достать. Хорошо. Как же мне под водой продержаться долго? Я уже давал тебе свиток подводного дыхания. Окей, понял. Свиток подводного дыхания 75. Давай купим. Сколько у нас их? Давай еще две штучки купим. Все, пошли. Так, отлично. Мне нужно будет поговорить с русалкой, найти доктору Стрэнджу камень силы и создать потом себе Мьёльнир. Так, давайте, наверное, мы сейчас спустимся, поговорим с тем человеком, который снизу стоял. И на этом, наверное, мы серию с вами закончим. В принципе, я всем доволен. И будем потом искать его камень. Только я не знаю, где его искать, его в камень, какой реке. Но у нас есть 4 свитка под водой, которых мы можем дышать. Нужно будет поговорить с русалкой. Но с русалкой, по-моему... Можно будет поговорить, это спустившись там, где у нас речка была с этими, с камушками. Потом покажу, какие камушки. Все, отстань, пожалуйста, от меня. Здорово. Привет, родичам с большого пса. Здрав будь воин. Что это за нечисть такая? Первый раз вижу. И ты здрав будь, коль не шутишь. А эти-то... Так-то и не нечисть вовсе. Кровь пустить можно. Будь они неладны, рептилоиды. Рептилоиды. Рептилоиды? Ну, ящеры вовсе. Как ящерицы у тебя... Блин, гребаный грибочек. Большие, агрессивные. Добра от них не жди, помяни мое слово. Выглядят не очень дружелюбно. Ля-ля-ля, пристал. Ты охотник. Не здешний я. Жу, прожу. Если вижу вот эти, жу. Я-то один, ты тьма. И плодятся, как маскара. Вдыхивал я слухи нехорошие, темные. Опасишься. Грибочек, отстань, пожалуйста. Вот решил родичам своим помочь, как смогу. Овладеть боем. Может, тебе смогу подсобить как-то? Не струсил, приведи ворога сразу, и толк, думаю, будет. Недалеко отсюда, если дальше идти в лес, упрешься в пещеру. Вот там эти ироды приноровились засады устраивать. Люд чистой пугают. Той раз и до души фупства дойти можно. Разберись с ними, а мы посмотрим. Угу, пещерка, хорошо. Ты, как человек умелый, подскажи, с чего начать путь? С чего? Начни сначала. Воин должен быть, да?
Понял, хорошо. Все, благодарю. Сейчас он перестанет меня вот этим магией бить, я убегу от него. Все, все, все. До побачення. Так, говоришь, пещерка рептилоиды. Ну, единственная пещерка, которую я знаю, находится она у нас вот тут очки. И как раз мы там видели с вами русалок. Так, пещерка, пещерка, пещерка у нас находится вот. Дай пройти, пожалуйста. Вот тут, вот это вот, да, пещерка? Только как мне ее сломать? Понял, никак, ладно. А это как его, русалку я видел вон, вон тамушки. Так, давайте, наверное, подбежим к этому месту. И, в принципе, на этом можно серию будет и заканчивать. В следующей, с этого же места мы и начнем с вами. Попробуем русалку нашу встретить. И нужно будет еще в полночь не забыть, блин, на поле выйти с костями, с какими-то, да? Что-то там сделать нужно будет. Где наши косточки? Тут с этими, наверное, костями нужно будет выйти. Так, здесь я русалку видел, так что давайте на этом мы и остановимся. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом. В следующей серии уже отсюда и начнем. Сразу нырнем и поговорим с русалкой. А там уже разберемся по поводу полночи и поля. Все, всем мур-мур.